Приветики! С вами Мелис, и мы продолжаем играть в Outlife. Так что надевай наушники, бери что-нибудь покушать, с тебя лайкосик и поехали! Мне пришлось чуть-чуть заново пройти, потому что сохранение оказалось не здесь, вот где сейчас, а попозже. Так что я снова испытала маленькое чувство тревоги из-за этой игры. А почему я пройти не могу? А почему я сюда пройти не могу? Здесь какой-то баг. Разработчики, здесь баг, здесь нельзя пройти. Зато вот справа можно пройти. Здесь какая-то невидимая стена. Пожалуйста, исправьте это. Это никому не надо. Исправьте, пожалуйста. Это странная штука. Так. Я уже в предвкушении. Когда же будет конец? По идее, это же как бы, ну, инди-игра, да? Дневник обновлен. Попробую найти ключ. Хорошо, спасибо большое. Попробую найти ключ, я уже потерялась, где я. Я уже в предвкушении конца игры. По идее, это же вроде как индюшка, поэтому они должны быть короткими. Я просто хочу уже закончить, покончить с ней. Потому что я не люблю хорроры. Сейчас что-то будет. Это приманка. Слушай, смотри, это приманка. Нет? Нет? Там какая-то... Ну ладно, мне показалось. А вот и пилюли. А, он завтракал. Все хорошо, он просто завтракал, понимаешь? Если я обернусь, и будет жопа. А зачем я сюда пришла? Я не могу никуда попасть. Это очень странно. Сюда? Нет. А зачем? А куда мне идти? Я, конечно, обожаю все ваши пряточки. Блин, почему здесь так темно? Серьезно. Вроде красиво сделано. Слушай, посмотри, красивая очень графика. Ну, нормальная. А сделано так темно, что ее даже не видно. Так, нам сказали, надо найти ключ, значит, ключ где-то спрятали. Давай поищем ключ. Тут, в принципе, больше некуда идти. А! Оу. Оказывается, есть. А, нет, нет. Кнопочка закрыта. Так, стоп. В принципе, я подумала, что сюда можно залезть. Если бы это было реально почти. Но это нереально. Сюда не залезть. Тогда хорошо. Мне нужен ключ. У меня ключа нет. Где мне его найти? Ку-ку! О! О! Хорошее место, чтобы спрятаться. Спасибо. Я О, лестница. А слона мы-то и не видим перед глазами. Почему? Потому что темно. Можно тут параметры, графика, яркость. Во! О! Ну, чуть-чуть, слушай, поярче стало. Конечно, туманность еще появилась, но зато можно вообще без фонарика как бы почти ходить. А то как бы, ну, выколи глаз. И у него нет электричества. И у него нет электричества. А мне нравится это повторять, и мне нравится нажимать на эту кнопку. А может, вот сюда мы нажмем включить? Блин, а тут... Смотри, как классно. Тут реально классно, когда видно хоть что-то. Это тоже не работает, нет электричества. Я что-то пропустила, я уверена, потому что я... И нельзя. Багованные стены. Может... О! Ну да. Проверять-то нам ничего больше не надо. Игра сохранена. Ой, спасибо большое. Мне так радует. Вероятно, используется для хранения марли или какого-то медицинского оборудования. Поняла. Кому-то было плохо.
это все можно трогать, зачем? Я не хочу это все трогать. Здесь все радиационное. Сюда нельзя ходить. Кушая, там уже нас кто-то ждет стопроцентно. Зато тут все сверкает красиво. А, нет, нормуль. Так, вот это я возьму. Ключик. Дальше фонарик. Аккумулятор. Раз, два, три, четыре. Хорошо, читать мы научились. Молодцы. Дальше нажимаем на вот эту фигню. Солнышко, прости, я тебя напугала. Я своего ребятенка напугала. Он спал. Я не ожидала этого увидеть, серьезно, вообще не ожидала. Я вообще не ожидала, я не помню, когда последний раз я так кричала. Жесть. Я правда в шоке. Что это такое? Ой, я прыгать могу. Понятно, ерор, синий экран. Экран смерти, ясно. Ясно, надеюсь, это не намек ни на что. Надеюсь, с нами все будет хорошо. Ну, это видишь, замануха, замануха. Слушай, реально, вот замануха, видишь? Замануха. Разработчики, вы с ума сошли, что ли? Какого хрена? Что за лютые скримаки? У меня ж сердце выскочит, блин. И опять на этой херне. Серьезно, опять на вот этой херне оно. Ой. Спать захотелось, а что? И у меня нету никакого ключа. Понимаешь? У меня никакого ключа нет. Это точно нажимать не надо? Это точно нажимать не надо. Что это? О! Я подал электричество. Ну, там недаром коробка, чтобы можно было бегать от кого-то. Не просто так. Здесь кто-то да имеется. Диспетчерская. Ой, ну слушай, у меня большие подозрения насчет диспетчерской после Outlast'а. Как-то что-то... Мне нужно найти ключ, карту от этой двери. Да-да, диспетчерская, конечно, это же Outlast, блин. Нет, UK сюда не перевели. В этой комнате нет электричества, мне нужно спрыгнуть вниз и найти выключатель. Не. Не, я не пойду вниз. No. No. No, я боюсь.
Нет. Ладно, залезть-то можно обратно, хорошо. Ты не встанешь? Один, три, пять, четыре. Напомни, если что, хорошо? Ага. Good morning. Я боюсь поворачиваться уже. Так, нормально. Поехали. Это что? Здесь же диспетчерская рядом. Почему здесь морг? 1, 3, 5, 4. А батарейка-то садится. Так, 1, 3. 1, 3, 5, 4. Дон. О, можно фототь. Давайте я вас фотою. А, нужна фотобумага? Очень надо. Мне-то на самом деле фоткать особо-то и не надо. У меня нету желания фоткать это. А вероятно, нужно сделать картину этого. Нету фоток. Отстань. У меня и бумаги нет. Вот тут-то есть. Так, аккумулятор. О, это открывается. Давай залезем сюда. Закрыто. Запомни, у нас здесь закрытый ящик. Но у нас там еще был один проход внизу. Мне туда просто страшно идти, там еще был проход. О, фотобумага. О, камероид какой-то. А как мне тебя... А как мне ему поменять бумагу? Бегать, оглядываться, двигаться, использовать, заглянуть, взять объект ночного видения, зум, перезарядка, батареи, снять. М. У нас есть какое-то меню. М? А. Ой, ну, а как? Типа здесь тоже может поменять на Б? Нет, а может... Ой, это вернись где-то... Нет, стоп, 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 вот. Это тип фотопленки, которая содержит химические вещества, необходимые для проявления фиксации. Ага. Все, я их, по идее, добавила. Теперь я могу клацать. Отлично. Вот и доказательства. Да кому они нужны? Просто убегай отсюда, божечки. Что он делает? Так. Это не открывается. Не знаю, радует меня это или расстраивает. Но там дверь точно, походу, открывается. Вон, видишь, там что-то имеется. Ага, где замок? Вот чё. Это чел из Outlast'а. Ой! Уак! Он из Outlast'а.
Мне нужно передвинуть этот диван. Подожди, там бумага. Это все ради бумаги, надеюсь, ты передвинул? Походу нет. А я хотела почитать. Ну ладно. Так, ну, кстати, я могу сюда залезть? О, я могу сюда залезть. О, ключик. Господи, я бы ключа не увидела, серьезно. Посмотри, его даже без света не видно. Я думаю, что это может быть из-за двери забора. Это может быть из-за двери забора? Что? Ты видишь эту хрень? Что-то будет. Ты видишь эту фигню? Она что-то будет, серьезно. Уши затыкай, затыкай уши. Что спрятаться? Какой красавчик. У меня дар речи пропадает от такого красавчика. Ну, ты посмотри, насколько он эксклюзивный. А, ты обратно сюда идешь? А зачем? То есть, стой, а зачем себе обратно идти? А ты можешь идти? Слушай, уйди, пожалуйста. Слушай, тебе надо уйти. Нет, не туда, мне туда надо. Тебе не туда надо, мне надо туда. Так, я не знаю куда, но я куда-то бегу. Да-то где его нет? Он не открывается. Стоп! Где выключатель? Я не понимаю. Выключатель где? Не говорите, что он где-то там, где ходит этот монстр. Я же говорила, как я не люблю хорроры, правда? Верно, я говорила. Диспетчерская. А мне похоже. Мне надо в диспетчерскую. А, мне надо обратно в диспетчерскую, реально. Куда мне идти? Мне вот туда наверх надо. Просто я. Еп, твою. Охренеть, как он быстро бегает. Я в таком шоке.
Он очень быстро бегает. Я чуть не окочурилась, видев его. Можно мне, пожалуйста, конец? Игра сохранена. Спасибо. Теперь мне нужно обратно. Слушай. Мне теперь нужно обратно. Эта хрень закрыта. Вы чё? Ага, я спрыгну сюда, не залезу. Так, спокойно. Спокойно, без паники. Мне надо сюда будет пройти. Блин, стена невидимая. Я не оборачиваюсь, но что там обычно бывает, скример после этой фигни. Господи, господи, скажите мне, пожалуйста, когда конец. О, достижение. Light sink, turn on the light. Чего? Не понимаю. Ваше достижение. Так, это, по идее, четвертое достижение из семи. Значит, еще три достижения. Господи, пожалуйста, скажите, что уже конец. Я вас прошу. Я вас умоляю. Скажите, что это концовка. Потому что я даже не знаю. Эту игру мало кто проходил. В чем я очень сильно удивлена. Потому что, ну, серьезно, она стоит внимания. Она стоит. Она классненькая. Она добротно сделана. Она реально страшная. Она... Не скажу, что прям атмосферно, но из-за атмосферной тишины еще как страшненько. Бывали тут не очень скримеры, а вот бывали и жесткие. Мне на кнопку, да? Я просто, как обычно, кнопок не вижу. О! Иди нафиг! Иди, пожалуйста, нафиг! Я в трубу! И ты не за мной! И ты не за мной. Моя машина. Это моя машина? Это моя машина! Это моя машина! Мне нужно найти способ добраться туда. Куда? Как? Что? А, гараж. Обожаю гаражи. Обожаю эти чертовы гаражи. О, это для меня. Это для меня. А, в чем прикол? Почему? Что и как? Слишком много лекарств дали, таблеточек. Не понимаю, зачем. У меня жопка настанет. Я просто червяк, который не может даже через это пролезть.
Тогда чё? Значит, там имеется вход, который я не увидела. Правильно? Правильно. Ты посмотри, он ловит меня, блин, за километр. Нет, не пролезу. Так, куда мне? Блин. Куда мне? Да посмотри, ну хватит меня ловить, ну дай мне пройти. Ясно. Видимо, для этого это блютусы. Так. Как там пройти? Не, ну как-то, скорее всего, там есть проход, но я его не видела. Да как ты меня увидел? Что? Пока ты уходишь, я тут поправлю все, что надо. Смотри, какой красивый. Цып-цып-цып-цып. Не, поменяем сразу. А, ну какой-то скримак был. Страшно. Нет, страшно. Знаешь, уже не страшно. Я уже такое повидала. Надо наоборот туда идти. Там что-то лежит. Так, ну по идее он-то здесь не ходит. По идее он здесь не ходит. По идее, он здесь не ходит. Здесь другой ходит. Здесь ходит другой, естественно, конечно. Спасибо большое. Конечно, и мне именно туда надо. Игра сохранена, меня это очень, конечно, радует. А почему темно? А почему очень темно стало? Почему так темно? Большое. Почему здесь двери открылись, а не на входных путях? Ё-моё! Ну, это все, это гибискус. Это просто гибискус. Открыли Ладно. дверцу. И на пути, когда мы бежали от этого монстра, открылись вот эти все двери. Они сквозные. Они сквозные, чтобы ты понимал. Они все сквозные, походу. И я как бы, ну знаешь, я не знаю, что делать.
Они все сквозные, видишь? Настолько здесь все пики-пуки сделано, что здесь делают сквозные двери. Здесь одни сквозные двери, что мне делать? О! Мне туда надо или мне туда не надо? Я просто не знаю. Обычно, когда я поворачиваюсь после этого щитка, у меня скример. Поэтому я боюсь уже. Так, игра сохранена, и мне нужны кусачки. А я могу здесь, типа, ну, спрятаться? Меня не видно, да? Ну, вот здесь меня точно не должны достать. Хотя нет, они худые, они справятся, они пройдут. Ага. Ага, то есть мне надо найти кусачки. Походу, не здесь. Что это? О, ключ. Надеюсь, это не сквозная дверь. Просто побери. Сквозная дверь. Я ненавижу сквозные двери ваши. Ну, здесь темно, как в танке. Почему опять свет уменьшился? Ну, можно посветлее, пожалуйста? Я ж не вижу ничего. Тут хоть глаз выколи, серьезно. Ой, божечки, я надеюсь, что это последняя серия. Я больше не хочу. Я больше не хочу в это играть. Здравствуйте. Какой длинный коридор. Снова закрыт. Что за звуки? Что за звуки? Я туда не пойду. Я туда не. Пусто. Это ключ валяется. Кстати, реально, может, он где-то здесь валяется. Мы давно не находили записки. Кстати. Кого нет? Вроде никого. А здесь никого? Здесь никого, вроде здесь безопасно. Хорошо. Начинаем осматривать эту комнату. Очень страшно, очень страшно. Страшно. Хорошо. Мы все поняли. Так. Ящик раз, ключ раз. Заперт. Блин. Заперт. Не говорите, что я открою тот шкаф, и там будет ключ от этого шкафа. Но это будет пипец. Это будет так умно. Господи, главное не ходить по этому ковру. Он так шумит, это жесть. Видел? Видел помеху? А чего это? А, от этой? От этой, что ли? Нет. И не от этой. Один, два, восемь, ноль. Ну, пароли я еще нигде не видела, чтобы можно было вводить. Ничего не знаю. Ничего нету? Ничего интересного нету.
Он отзеркаливает. Почему оно отзеркаливает? Когда оно закончится? Господи, когда уже конец? Правда. Уберите этот чертов ковер, пожалуйста. Кто? Там кто-то сейчас будет или что? Зачем мой взгляд туда приставили? Я не хочу туда идти. Так, надеюсь, в безопасности. Вряд ли здесь в безопасности. Закрыто. Ну, ключа я не вижу нигде. Да и вы его так обходными путями. Блин, да я ничего не вижу. Слишком темно. А где он? Реально псих. Теперь лифт, я так понимаю, работает. За стенкой, а такое чувство, что у меня уже просто это все. Того. Блин, а это куда путь держится? Беги! Давай, поднимайся, спускайся, что хочешь, то и делай. Но явно не вниз. Ого. Почему здесь так светло? Никогда в жизни здесь не было так светло, как сейчас. Игра сохранена. Так, зачем нам эта комната? Для чего? Не для чего, чтобы спрятаться. Ясно. Здесь все еще ходит какой-то коматузник. Ползает, ползает, ребят, ползает. Не ходит, он просто ползает. Я ничего не вижу. Если ты думаешь, что ты ничего не видишь, я тоже ничего не вижу, поверь. Вообще ничего не вижу. Ключ добавлен в инвентарь. У меня нет ключа карты этой двери. Может быть, она наверху? А может, как бы не надо? Слушай, может, не надо? Слушай, пожалуйста, давай не надо. Я поняла. Нам надо наверх к вот тому чуваку. Хе-хе. Или не-не.
Я поняла вас. Потом он будет здесь ползать, походу. Стой, ну это хрень, она ползучая. Как от нее, мне от нее убегать, если она может и сюда заползти? А? У тебя есть идеи? Слишком тебя. Не вижу. Не могу туда пройти. Почему? Это все? Это конец? Это конец, скажите, пожалуйста. Закончились мои мучения. А как же бросить их одиноких там? Кто будет с ними веселиться теперь? Им очень будет одиноко, этому монстру, другому монстру, третьему. Ну хотя, этим трем монстрам будет вместе весело. Они как семья, стопроцентно. А, их даже много, естественно, им скучно не будет. Походу, они меня будут преследовать. Это самый зимы. Именно. Конец игры. Спасибо большое. Божечки, как я рада. Как я рада, я замерзла. Такой кредит. Понятно. Все, вот такая вот игрушечка на самом деле. Скажу и говорила, она неплохая, хорошая, так что рекомендую поиграть. Если хочешь нервички пошатать, то у тебя, в принципе, получится. Игрушка, ну, где-то за день-то спокойно можно ее пройти. Я-то прошла где-то за три... Ну, за три ролика, давай, грубо говоря, потому что этот короткий у нас на минут 14. Потом выйдет у нас, не знаю. Добавлять, я не знаю, может, к прошлому добавлю, просто будет один ролик. Третья серия. Большой, длинный. Ладно. Так что вот такие вот делишки. С тебя комментарий. Лайкосик, мне будет очень приятно почитать, увидеть и все. Спасибо тебе за просмотр. Все ссылочки на все эти в описании канала. Нет.